В Люберцах появился новый супермаркет «Я любимый» в городском округе. Он стал третьим по счету магазином этой торговой сети. В честь его открытия состоялся шумный праздник с музыкой и дегустацией. Среди первых посетителей супермаркета оказалась наша съемочная группа. Открытие нового супермаркета стало настоящим праздником не только для сотрудников сети «Я любимый», но и для всех жителей города, которым повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Пока одних гостей развлекали творческие коллективы, другие уже выходили из нового магазина с покупками. Все, что я хотел купить, здесь я нашел в этом магазине. Впрочем, уйти отсюда с пустыми руками просто невозможно. Широкий ассортимент товаров на любой вкус и бюджет позволит сделать выбор каждому покупателю. Помимо продуктов ежедневного спроса, в супермаркете представлен эксклюзивный товар. Особенность ее любимого в том, что здесь не продается замороженное мясо или рыба. Клиентам предлагают только свежие продукты. Мы получаем продукцию от производителей, все свежее, на ежедневной основе. Большой ассортимент овощей и фруктов. Также большой ассортимент мясной продукции, рыбной продукции, также холодного копчения, горячего копчения. В супермаркете широко представлена продукция собственного производства. На территории магазина работает пекарня полного цикла. Кроме кондитерских изделий, «Я любимый» обеспечивает своих покупателей свежим хлебом различных сортов. А людям пенсионного возраста основной продукт питания выдается бесплатно. Каждый понедельник и четверг пенсионер может прийти в наш магазин со специальным купоном, который выдается заранее, и абсолютно бесплатно при предъявлении своего пенсионного удостоверения получить один батон хлеба. В магазине также работает своя зона мини-кафе, где можно выпить горячий чай, кофе или прохладительные напитки. А если вам захочется шашлыка, не вопрос. На территории супермаркета установлены мангал и гриль. А это значит, что здесь всегда можно купить любимые блюда. Для тех, кто предпочитает готовить мясо на углях самостоятельно, тоже есть все самое необходимое. Любителям пиццы и суши тоже здесь понравится. В супермаркете «Я любимый» их готовят у вас перед глазами. Если у клиента есть особые предпочтения, он может озвучить их шеф-повару. Для того, чтобы посетители оценили вкус популярных блюд, в магазине устроили дегустацию. Мы посмотрели, здесь уже очень много разной продукции и для детей, и для взрослых. Очень много полезной. Ценовая политика очень хорошая. Целый ряд особенностей позволит супермаркету оправдать свое название, и для многих горожан он станет действительно любимым. 9 мая руководство торговой сети запускает еще один социальный проект. Ветеранам Великой Отечественной войны в этот день предоставляется скидка 72%. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.